Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня четверг, 5 ноября. В этот день Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок Евангелия от Луки, глава 9, стихи с 49 по 56. По традиции отец Александр прочитает этот отрывок на церковно-славянском языке. Приступи-ко Иисусу един от ученик Его, и рече Ему, «Наставниче, видихо некоего о имени Твоем изгонящие бесы, и возбранихом Ему, якого след не ходит с нами». И рече к Нему Иисус, «Не браните, ижебо несть на вы по вас есть». Бысь же, егда скончавахуся дние восхождению Его, и той утверди лице свое идти во Иерусалим, и посла вестники пред лицем своим, и исшедше в недоше весь Самарянску, якода уготовят Ему, и не прияше Его, яко лице Его бегрядущее во Иерусалим. Видевши же ученика Его Иаков и Иоанн, реста, «Господи, хочешь ли речема, да огонь снидет с небесе и потребит их, яко же и Илия сотвори? Ображься же запрети има и рече, невеста коего духа и ставы, сын бо человеческий, не прииди душ человеческих погубите, но спасти, и идоша во ину весь». Предлагаю, дорогие братья и сестры, прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «При сем Иоанн сказал, «Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». И Иисус сказал ему, «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом Своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Сегодняшнее евангельское чтение начинается словами Иоанна, обращенными ко Господу. «Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Ученики запретили одному человеку изгонять бесов именем Господним,
потому что человек этот не присоединился к их кругу. Мы можем лишь предположить, что у него, возможно, не хватило решимости все оставить, чтобы следовать за Господом, а потому ученики запретили ему обращаться к имени Христову до тех пор, пока он не присоединится к ним. Тем не менее, Спаситель знает своих, даже если они еще не наставлены в истине, как должно, и отвечает на слова Иоанна: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас», давая тем самым понять, что мы не имеем власти ограничивать действия благодати Божией. Александр Павлович Лопухин отмечает: «Христос указывает на то, что в настоящем положении учеников, когда представители иудейского народа относятся ко Христу и апостолам явно враждебно, ученикам дорого уже одно то, если кто из народа не идет против них. Это значит, что такой человек им сочувствует в глубине души, иначе бы он, конечно, пошел за своими руководителями, книжниками и фарисеями». И здесь, дорогие братья и сестры, важно понять, что речь идет о благоговейном отношении долготерпеливого и многомилостивого Спасителя, раскрывающего все возможности познания истины для человека и желающего спасения всем людям. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Прямой путь из Галилеи в Иерусалим лежал через Самарию, но большинство иудеев избегало его по причине существования вековой вражды между иудеями и самарянами, которые делали все возможное, чтобы помешать паломникам, пытавшимся пройти через их землю. Тем более самаряне неодобрительно относились к путешествию Иисуса Христа в Иерусалим. И, видя неприятие Господа самарянами, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но на гневное заявление сынов Завидеевых, желавших, подобно пророку Илии, низвести огонь на неразумных самарян, Господь отвечает: «Не знаете, какого вы духа», поясняя, что Он принес на землю дух любви, оставив те суровые меры вразумления, каким прибегали пророки Ветхого Завета в прошлом. Как отмечает Борис Ильич Гладков, Иисус дал апостолам власть совершать чудеса, и они, несомненно, совершали их, потому что сказать так самоуверенно, что по слову их сойдет огонь с неба, могли только испытавшие силу своего слова. Но в этом случае сыны грома, пылкие братья Иаков и Иоанн, забыли, что сила эта дана им для того, чтобы делать добро, а не зло, и что их учитель заповедал им прощать обидчиков, а не мстить им. И ученики его должны быть проникнуты тем же духом любви и всепрощения. Как часто, дорогие братья и сестры, склонны мы делать вывод, что вовсе не следует за Христом тот, кто не следует за Ним с нами, и что совсем не делает ничего хорошего тот, кто делает хорошее не так, как делаем мы. Господь учит нас быть терпеливыми по отношению к тем, кто еще не до конца познал истину. А терпимость эта должна основываться на любви. Ведь сама суть христианской жизни заключается в том, чтобы, как говорил один почитаемый старец, стяжать дух мирен, который и поможет нам внимательно и терпеливо относиться к нашим ближним, проявляя подлинную любовь и смирение. Помогай нам в этом, Господь.
Благослови, душе моя, Господа, благословение сие.